Привет всем! Сегодня будем готовить крем Тафита. Этот крем очень хорошо подходит для прослойки тортов, для начинки рулетов. В общем, такой вот густой крем. Можно его также замораживать, затем размораживать и использовать по назначению. Начинаем его готовить. Для крема нам потребуется 370 граммов вареной сгущенки, 170 граммов сливочного масла, сливки 10%, 170 миллилитров и шоколад 200 граммов. Желательно использовать темный. Сливки переливаем в миску, ставим на медленный огонь и добавляем шоколад. И растапливаем его в сливках. Шоколад желательно использовать либо горький, либо темный, так как с молочным крем может получиться слишком сладким. И все растапливаем на медленном огне. Для прослойки торта подойдут сливки и 10%, а если крем нужен для украшения, тогда лучше использовать более жирные сливки. Ну вот у нас шоколад растопился, соединился со сливками. Теперь мы поставим эту массу немножко остывать. Она у нас загустеет. И затем уже будем дальше готовить крем. И теперь приступаем к взбиванию мягкого сливочного масла. И как только наше масло загустеет и начнет приобретать более светлый оттенок, добавляем понемногу вареную сгущенку. Вот такая вот у нас получается масса. Такой вот достаточно уже густой крем. И теперь мы будем добавлять остывший шоколад со сливками. Ну вот наш шоколад со сливками остыли, и теперь мы небольшими порциями добавляем их к маслу и сгущенке и взбиваем все это миксером. Слишком долго его, этот крем, взбивать не нужно. Как только масса вся у нас соединилась, мы его сейчас поставим немножко, чтобы он подостыл. Тогда он будет еще густее. Ну, так, в принципе, вот такой вот получается вкусный крем. Можете его приготовить. Этот крем хорошо подходит также для заморозки. То есть его можно заморозить, а затем использовать уже в дальнейшем по назначению. Такой вот крем Тафита. Ну а всем тем, кому данное видео понравилось, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости и пока-пока. До новых встреч, всем самого-самого наилучшего.